События в жанре арт-хаус. Фестиваль «Матч Уикенд» собрал на площадке нового художественного театра ценителей интеллектуального искусства. Матч – это изобилие. Это изобилие талантов, креатива, которого у нас просто хоть отбавляй. Вот. И две концепции как-то вместе пошли так вот, ну, одной дорогой. Ну и еще самая такая тоже, одна из тоже главных наших целей – это объединить всех. Сделать коллаборацию настолько сильную и мощную, не только двух видов искусств, но и трех, четырех, пяти, и объединить всех на одной площадке. Вот это главная идея. Погружение в полный арт-хаус началось с инсталляции «Рождение искусства» художника Ильи Фролова. Моя инсталляция, ну, вкратце, заключается в том, что это кокон, в котором находится эмбрион искусства. Поэтический блок в сопровождении живой музыки, танцевальный номер от коллектива Deep Vision и каллиграфический перформанс. Программу фестиваля можно назвать не только оригинальной, но и насыщенной. На этом прекрасном фестивале искусств мы представляем свои самые выразительные и художественные изделия, которые были собраны из всех коллекций, для того, чтобы поддержать ребят прекрасным, интересным движением и действительно показать вещи, которые отражают художественное видение и какие-то концептуальные проблемы как общества, так и в частности людей. Подумали, что было бы здорово совместить музыку и каллиграфию, тем более, что они, ну, по пластике это где-то вот сродни. Сегодня мы подготовили поэтический перформанс, у нас выступали 5 поэтов, и у всех были авторские тексты, и был у нас также Янис Гранц, это местный мэтр уральской поэзии. Зрители также получили возможность внести свою энергию в это арт-пространство. Одни принимали участие в создании трехмерной картины пиксель-арт, другие доводили до творческого совершенства образ актера Мима. Мы расписывали человека, полностью обтянутого белой тканью, вот прямо перед людьми, вдохновили их, и все участвовали, было очень круто, атмосферно. Будем делать штуку, которую назовем пиксель-арт. Если вы видели логотип «Матч Уикенда», «Матч Феста», то там он состоит из цветных квадратиков. Собственно, мы сейчас будем делать что-то подобное. Но это будет какая-то, ну, можно сказать, неожиданная штука. То есть мы еще не знаем, что получится, это будет сюрприз. Разножанровый «Матч Уикенд» вызвал бурю эмоций даже у зрителей, которые наблюдали за происходящим со стороны. Выйти за рамки стереотипов оказалось очень занимательно. Фестиваль классный, атмосфера тоже классная, и организаторы молодцы, потому что не просто на одной площадке собрать музыку, живопись и перформанс. Я очень люблю творческую атмосферу, заряжаюсь позитивной энергетикой, и хочется, чтобы почаще были такие фестивали, чтобы проводить такие, как бы, выходные насыщенные и знакомиться с новыми людьми. Изобилие искусства на этой вечеринке удивляло многих, и можно с уверенностью сказать, что этот уикенд вдохновил чуть ли не каждого на креативные действия. Кстати говоря, организаторы не собираются останавливаться на этой встрече и уже объявили гостям о продолжении матч-феста.